25 мая мировые звезды боксерских рингов приедут в Волгодонск. 7 ярких и зрелищных боев проведут спортсмены, чтобы доказать свое превосходство и мастерство. Такое грандиозное шоу наш город еще не видел. Его информационным партнером выступает телекомпания ВТВ. О подготовке к мировому чемпионату по боксу наш видеоматериал. Спорткомплекс «Олимп» готовится к грандиозному шоу мирового уровня. Уже через 10 дней здесь соберутся именитые боксеры. На ринге пройдут сразу 7 боев, 2 из которых за право называться чемпионами мира. Ни для кого не секрет, что Дмитрий Кудряшов уроженец города Волгодонска. Уже, так скажем, местная звезда после последних событий, когда он завоевал пояс. Вот. И было принято решение провести турнир на его родине. Чтобы провести такое масштабное мероприятие на ура, организаторы прикладывают максимум усилий. Бои захотят увидеть тысячи людей, однако зал волгодонского спорткомплекса «Олимп» вмещает всего 700 человек. Мы идем к тому, что в городе Волгодонске состоится такой бой. Могу сказать одно, что, естественно, для таких боев площадки в городе Волгодонске нет. Мы все это учитывали, но настолько было велико желание провести именно бой Дмитрия Кудряшова, да и его самого, именно на своей родине, где будут его горожане, болельщики. Поэтому вот эти все обстоятельства, они перекрыли просто негативные моменты с площадкой, с малым количеством мест. Вот, и этот бой состоится здесь. Организаторы торопят зрителей с покупкой билетов. Их цена, кстати, начинается всего от 300 рублей. Прийти сюда 25 мая и увидеть бои своими глазами стоит хотя бы потому, что на ринг поднимется наш земляк Дмитрий Кудряшов, являющийся на сегодняшний день чемпионом по версии WBC. Он пытается забрать чемпионский титул по версии UBO. Это будет его первый бой за мировой чемпионский пояс. Противник принц Георг Акронг, уроженец Ганны. Судя по выражению лица, очень свирепый, по рейтингу также. Ну вот буквально вчера перед получением визы разговаривал с его промоутером и менеджером. Он сказал, что Василий, как бы там ни было, мы едем за победой и, в общем, все выяснится на ринге. Еще одним чемпионским боем ознаменуется будущее шоу. Драться за титул чемпиона мира по версии WBF будут спортсменки из Германии и Латвии. Сергей Овчаренко, Петр Авдеенко, новости ВТВ.